подписчикам. Приехали мы сегодня на наше водохранилище с братом. Будем искать монетки, крестики. В общем, тут были где-то лет 5 назад, я последний раз была. Находили кресты, ставили монеты. Вот такое вот место. Волна у нас, правда, ветер. Не знаю, слышно будет или нет. Брат пока с металлоискателем там ходит. Сейчас пойдем посмотрим. Передай привет. Привет, привет, ребят. Что там? Что-то тут. Близко там. Приехали еще с Обамой. Обама. Смотрел на какой-то земле. А вот она сверху. Ребята, идем вон до того конца. Обычно там собирали вот эти крестики. Сейчас вот поводили с металлоискателем. Нашли пару вещичек таких, патрон нашли. И еще какую-то штуку. Дома будем отмывать, смотреть. Вот. А пока идем до того конца. У нас уже темнеть начинает. Выехали мы поздновато. Пока привозились, все дела. Ну и пока постараемся что-нибудь найти. Пока время есть. Такая вот у нас волна. Может, даже что-нибудь и примыло водой к берегу. Вообще, раньше тут церковь была. Вот, потом ее затопило. И поэтому и деревня тут была. Так что идем искать. Ребят, смотрите, что можно найти у нас. Такая вот каска. О. А вон еще одна. Вот такая вот. Пожалуй, заберем. Ребят, ну что, попытка нужна? Ты тише его, Лев, тяни. И когда чувствуешь, что что-то тяжеленькое, прям потихонечку, чтоб не сорвалось. Как ты, Сазанов, умеешь тягать? Может, кони цепляется? Ну ты тише, тише, тише. Что там? А? Дерево. А что снизу там, смотри, куча. Гвоздей, думаю, наберем. Гвоздей домой наберем? Ты что такое? Гвоздей куча. Давай еще раз тут кидай. Если что, пойдем куда-нибудь дальше. Ого! Что, есть? Все гвозди переводим.
О, это душка, по-моему. Да, смотри, какая-то душка от чего-то. Там нарисовано вон что-то. Ребят, сейчас последний раз кидаем. Если ничего не будет, то на другое место перейдем. Супер закид. Надо дальше. Да, я попробую. Сейчас что-нибудь задостанет. Ребята, осталось нам чуть-чуть пройти до того места, где мы раньше искали, находили. Вон по тем вон кушерям пойдем. Абам! Абам! Иди сюда. Бежит. Ребят, смотрите, шли мы до того места и наткнулись на такое вот место. Смотрите, еда тут у нас. Кто-то, видно, жил. Спал. Вот, смотрите, этот коврик какой-то. А вот, смотрите, что я нашла. Кто-то, видно, тут недавно был, вон от лука. Этот скорлупа. Вот, от яйца. Везет нам на такие места. Ну, а мы идем дальше. Сейчас опять буду закидывать. Брат пока пошел с металлоискателем. А я буду питать удачу. Как же сколько? Ребят, смотрите, пришли на то место. Вот такое вот. Волна у нас, конечно, ужасная. Смотрите, вот видите вот эти камни? И вот в этих камнях всякую фигню намывает, можно искать. Это, конечно, если бы вода бы прозрачнее была, было бы лучше видно. А так еще волна и плоховато. Попробуем посмотреть тут что-нибудь. Может, что-нибудь да найдем. А вам помогает? Лео, у нас он кидает. Чё нашла? А? Ща посмотрим. Лео, что-то нашла. Снимаем, ребят, на одну камеру. У нас вторая очень фиговая. И хоть как-то. Ножик? Или ножницы? Ну да, порезал. Ребят, смотрите, вот такой вот тут проток. Вот эта вот вода проходит вот сюда. Сюда рыба проходит. Вон там болото, смотрите. И рыба там остается какая-то. Сейчас вам поближе покажу.
А бам, не лезь. А бам. Смотри, вот. Смотрите, вон. Идет. Ну, там можно, наверное, пройти как-нибудь. Вот, смотри. Вон. Может, там малек какой-нибудь есть. Платычка. Там не малек. Что там? Вот, смотрите, вот тут все водой заливает. Да тут вода, смотри, смотри. Ну да. Вон вода стояла еще. Обо мне лезь сюда. Там, наверное, есть это озеро осталось. Туда пойдем покажем. Что-то. О, вон там. Владик! Вот смотрите, вода зеленка. Тихо, не лезь туда. Обама! Ну вот тут вон там, вот так вот и пошла. Смотри, как красиво. Ну там есть озеро дальше. Глубокое. Пошли. Это на ней рыба так заходит. Что, ребята, окунулись бы, если бы там рыба большая была? Да я прыгнул туда, если там рыбина бы плавала. Ну не окунулись, ты правильно вопрос задавай. Кинулись бы, ну, за да, ней в зеленую эту гадость. Я бы кинулся. Потом пошел бы он там помылся. Ну все, ребят, собираемся мы домой. Так по чуть-чуть нашли. Так что вот. Если вам нравятся такие видео, ставьте лайки, пишите в комментарии плюсик, чтобы мы знали, снимать такие или нет. Сейчас вода чуть-чуть более-менее будет чистой. Поедем еще раз. И если вам будут нравиться такие видео, то будем снимать. Так что всем пока-пока.